Всем привет! Сегодняшний видеоурок посвящен космодыханию. Вот такие звуки. Это делается при помощи дыхания с паузами, выдохи и вдохи короткие. И есть двойной выдох. В начале двойной выдох. При этом можно двойной выдох также заменить и на выдох-вдох. Просто нужно делать как получается. Можно и так, и так. И потом уже менять артикуляцию, то есть дышать на букву А, О, И, Э и другие гласные. Самое главное вот делать такие паузы, применять двойной выдох. Здесь имелся в виду именно такой ритмический рисунок. Thank you.